Встречайте, Анастасия Волочкова и Антон Тихорулидзе! Творчество Анны Борисовны Пугачевой многогранно и не ограничивается музыкальной темой одного из соревновательных дней. В финале у Анастасии и Антона композиция «Осенние листья» в исполнении Аллы Пугачевой. Счастлив лишь тот, в ком сердце поет. Вот это настроение танца, по-моему, было передано очень верно фигуристами. И они довольны и доволен Александр Жулин. И очень восторженно принимает публика. Ну, о плохом говорить не хочется, о грустном. Но что в полуфинале? Помните танец на музыку из фильма «Дни турбиных»? Что сегодня чуть-чуть не хватило скорости ребятам, по-моему. Это мое мнение, не знаю, конечно, что... Судьи по этому поводу думают.